Привет всем! Сегодня какое? 26 сентября, по-моему. Хотела вам просто... Ну, мы поехали в магазин, и я не планировала снимать видео, но я все-таки сниму немножко. Хочу показать, насколько лучше трафик сейчас, когда нету такого количества туристов, как летом. Летом туши свет. Сейчас 1:38. Посмотрите, совсем обычный трафик, как в городе, городской трафик. Вот он. Мы вообще приехали из дома сюда, и трафика почти что не было. Мы немножко даже удивились, подумали, что, наверное, где-то какая-то авария, поэтому там машины не едут, застряли, пробка. Вот, но потом ехали машины. Короче, такой трафик нормальный. Это конец сентября. Ну, по сравнению с летом, это туши свет. Но в октябре уже начнут приезжать эти перелетные птицы, эти старички, которые здесь зимуют, поэтому трафик будет. Но я думаю, в Орландо он не будет таким плохим, как может на побережье, потому что они сюда не очень. Они больше к океану едут, там на океане тусуются. Вот. Смотрите, совсем не такой уж ужасный трафик. Нормальный. Около 2 часов и такой нормальный. Да, грех жаловаться, так сказать. Посмотрите, вот в таком городе можно и жить. Ну, конечно, если бы он был на побережье, потому что внутри это просто невозможно. Но сегодня нету влажности, очень такая нормальная влажность, совсем не чувствуется. Вот поэтому я даже не знаю, как-то мне аж этот Орландо... Видите, зимой здесь-то хорошо, зимой, на зиму можно приезжать зимовать. Вот мы даже сейчас будем начинать опять в Диснейленды ездить. У нас билеты надо использовать. Мы пару раз были всего. Вот они до конца января годные надо использовать. Поэтому мы будем еще ездить. Ну, после Европы, после поездки в Европу. Ну вот смотрите, трафик такой окей, так сказать, окей. Так что летом здесь, конечно, летом надо отсюда уезжать. Тогда можно в Орландо жить. Но, с другой стороны, сколько людей могут себе такую жизнь позволить, на два штата жить, да? Либо летом уезжать куда-то. Не очень не получится, и приходится людям страдать. Вот. Трава уже немножко начинает выгорать. Боже, что он делает? Ну, совсем чуть-чуть, еще лето, еще продолжается лето. Уже, конечно, лето, как бы официально, оно, по-моему, 21-22 числа закончилось, уже осень наступила, но все равно вот такая погода будет целую зиму. Ну, чуть-чуть будет прохладнее, сейчас 96 градусов, между прочим, ого! Это я как-то, знаете, влажности нету, поэтому вот эта жара совсем нормально переносится. Я была на улице. Почему я знаю? Потому что мы поехали в один магазин, в Джоэн, потом я зашла в другой магазин. Мало я не хотела пешочком от магазина к магазину, она пошла машиной и поехала. А я прошлась. И вот я шла по этому паркингу, комплекс магазинов. Вот и прошла, 100 метров, наверное, немного. Вот, под солнышком. Летом бы я, наверное, точно не решила, потому что влага и дышать нечем. Вот, и сразу мокрым становишься. А сейчас окей, прошлась под солнышком, получила витамин D. Вот, и все нормально, ничего не спотела даже. Вот, поэтому сейчас хорошая погода начинается, самый кайф. Вот. Смотрите, трафика почти что нету. Ну как, маленький трафик, хороший трафик. Но потом я еще сравню с октябрьским, ноябрьским и так далее. Просто ради интереса сравниваю. Едем сегодня немножко по магазинам, потом назад работать.